думать на английском. У тебя легче говорить свои мысли на английском. Но по-любому я никогда не забуду вообще мой родной язык, это румынский, но у меня очень большой молдавский диалект. Я так говорю, шифач мой кумбяца. У меня никакой некрасивый румынский, поэтому мне немножко, не знаю, как говорить на румынском на YouTube. Меня очень много людей просят.